пожалуйста, смотрите тщательнее, да, все программы и делайте все вовремя. Это очень важно. Когда вы мне звоните на горячую линию и говорите, что, ой, вы знаете, я не успела, я, а растения в этом не виноваты. И иногда не успела, уже все до весны. И это может печально кончиться для тех растений, которые уже растут. Но сегодня речь пойдет для подписчиков канала, ну, со всей России и не только. Значит, тема такая. Что такое агротехника? И почему я так настойчиво всегда говорю, что неважно, в каком регионе вы живете, агротехника имеет приоритетное значение. Агротехника включает в себя все. Посев, посадку, уход за растением, внесение удобрений и так далее, и уборку. Так вот, смотрите, если вы живете севернее, чем мы, то есть у вас холоднее регион, конечно, ваш посев будет сдвинут на определенное время, но это зависит от погоды. А если вы живете севернее, холоднее, чем у нас, вы и убирать растения будете позже, потому что вы посеяли и высадили его позже. Но если ваш регион теплее, чем наш край, чем наш город Красноярск, в котором я живу и счастлива, так вы тогда должны понимать, что у вас весна придет в марте, и она уже вовсю придет. А на Кавказе, она уже в конце февраля, уже весна. Так вы сеете не просто на пару недель раньше, а на месяцы раньше. Мы себе можем позволить только в апреле посеять в теплице на рассаду, высадить в июне в месяц. У нас есть такие станции, где только в июне снег уйдет. А вы думали, что тут прямо ага? Да нет, вот иногда не ага. Значит, и хочу, чтобы вы запомнили, что не зависит уход растения от места, где вы находитесь. Вы очень многие пишете, а нам подходит такое? Оно единственное, что подходит растению. Неважно, где вы живете. Услышьте меня, пожалуйста. Потому что разночтений очень много именно по этому поводу. А теперь еще информация для красноярцев. Послушайте, я вам говорила, что зима придет рано? Говорила? У нас послезавтра, да, сегодня 28-е, послезавтра ночью будет минус 4 в городе. И будет идти снег. И снег будет идти несколько ночей подряд. И температура будет примерно такая же. Да, днем будет 5-6 градусов плюс. Но это ничего не меняет. Пожалуйста, переобуйте колеса на зимние. Услышьте меня, пожалуйста, это очень тяжело. А ездить на дачу придется, потому что сейчас надо поторопиться убрать все, что осталось на улице. Вот как только морозом землю схватит, да, вот только схватит, надо ее перекопать. Надо посеять семенами уже там морковки, петрушки и прочее. Надо обязательно воду слить, не забыть и убрать все краны, чтобы их не порвало. Это тоже обязательно. А воду сливать надо не просто так, куда попало. Желательно это в теплице и в парники. Поймите, что они закрыты, они дождя не получили столько, сколько открытая земля. И вы должны это помнить. И еще раз последний. Агротехника, то есть уход за растениями, внесение удобрений, прополки, там, уборка урожая, не зависит от региона. Она либо сдвигается в раньше, либо в позже. Но сама агротехника остается той же самой, которую я предлагаю. Целую, люблю, обнимаю крепко, тетя Таня.